Минувшие выходные в Центре национальных культур прошла вторая игра сезона «Что, где, когда», посвященная Году науки и техники. На этот раз организаторы припасли интеллектуалам непростые задачки на тему космоса и деятельности всемирно известного предпринимателя, инженера и миллиардера Илона Маска. В игре вновь приняли участие 10 команд. Среди них в основном уже опытные игроки, которые соревнуются в интеллектуальном клубе не первый год. Тема участникам понравилась, вопросы были разной сложности. И потому играть было интересно всем, независимо от качества подготовки. Мы подбирали и сложные вопросы, и были и потяжелее. Где-то видно было, что участникам сложновато, не зная какой-то информации, отвечать на вопросы. Но были такие более логические. И видно было по реакциям команд, что они знали, догадывались и аплодировали. Мы понимали, что это был правильный ответ.